Ордловські посіпаки почали прямо погрожувати Україні. Кажуть, підемо в наступ, готуйтеся. Пушилін і Пасічник сказали, що приводять війська в повну боєготовність і чуть ли не готуються подвинуть лінію розграничення. Кремль уже відверто погрожує Україні відновленням відкритих бойових дій. Далі Денис Казанський. Додивіться до кінця. Нам важлива ваша думка. Лідер так называемой ЛНР Леонид Пасечник выступил с экстренным видеообращением, в котором обвинил Украину в обстрелах подконтрольной ему территории и пригрозил, что если обстрелы не прекратятся, его боевики нарушат Минские соглашения, перейдут в наступление и отодвинут линию фронта вглубь Украины. Вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения. Понятно, что сам Пасечник единолично не способен принимать такие решения о наступлении, а его боевики не способны сами идти в наступление на ВСУ. Я думаю, это очевидные вещи, которые не нужно никому разжевывать. Понятно, что устами Пасечника Украине сейчас войной грозит Кремль. То есть Российская Федерация через свою марионетку Украине угрожает возобновлением горячей фазы войны. Точно так же понятно, что причиной таких угроз стали не обстрелы, потому что обстрелы на этой территории продолжаются уже 6 лет. Война не прекращается, она продолжается с переменной интенсивностью. Есть периоды обострения, есть периоды затишья, и раньше обстрелы были, поверьте, в некоторые периоды куда более интенсивны, чем теперь, но тогда никто почему-то не грозил разрывом Минских соглашений, там, переходом наступления и так далее. Кроме того, украинские военные не в одностороннем порядке ведут обстрелы. Боевики ЛНР обстреливают их позиции, обстреливают подконтрольные Украине города и поселки, куда регулярно прилетают снаряды. Поэтому нет ничего удивительного в том, что украинские военные им отвечают. А как вы хотели? Если вы развязали войну, так, конечно же, будут обстрелы. В Харькове, в Запорожье, в Днепре никаких обстрелов нет, потому что там нет Пасечника, там нет ДНР и ЛНР. А там, где есть ДНР и ЛНР, там, конечно, уже 6 лет продолжается война и там стреляют. Потому что ДНР и ЛНР изначально создавались как организации, направленные против украинской государственности. Как организации, которые боролись за то, чтобы нарушить территориальную целостность Украины. Поэтому они создавались для войны. Соответственно, пока они существуют, конечно, продолжаются военные действия. И там, где они есть, я могу спрогнозировать, что военные действия будут продолжаться еще достаточно долго. Понятно, что дело вовсе не в обстрелах. Угроза снова начать горячую фазу войны и перейти в наступление происходит от бессилия. Дело в том, что буквально на днях, о чем я уже рассказывал в одном из предыдущих видео, украинская сторона на переговорах в Минске продемонстрировала копии российских паспортов представителей так называемых ДНР и ЛНР. И таким образом показала, что нет никаких представителей, никаких народных республик, а есть по факту российская оккупация и вот эти так называемые республики на самом деле представляют граждане России. После этого минские переговоры по факту зашли в тупик, и я не понимаю, честно говоря, как дальше они из этого тупика будут выходить. А российские планы по впихиванию Ордло назад в Украину и легализацию таким образом своей оккупации, соответственно, провалились. Отсюда и вся эта истерика. Как вы знаете, Россия очень долго старалась всеми возможными способами каким-то образом легализовать ЛНР и ДНР в Украине. Под видом Ордло, какой-то автономии, еще как-то неважно. Они просто хотели получить какой-то особый статус для той территории, которую они оккупировали. После обнародования паспортов стало очевидно, что нет никаких ЛНР, ДНР. Это все фейк, не существует никаких республик, а существует просто территория, которая контролируется Россией и которую контролируют граждане России. А граждане России не имеют права диктовать Украине условия, как нам менять свое законодательство и как нам менять свою конституцию. Поэтому бряцание оружия, которое мы сейчас наблюдаем с российской стороны, происходит просто-напросто от бессилия. Это истерика от того, что у России кончились аргументы, у нее кончились козыри и у нее кончились инструменты. Единственное, что у нее есть, это инструменты гопника, потому что Российская Федерация — это государство-гопник, который понимает только язык шантажа, угроз и запугивания. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
Эту истерику и бессилие России подтверждает и сегодняшний пост полевого командира ДНР Александра Ходаковского, который у себя в Телеграме написал, что Украина ставит раком Россию и ее марионеток из ЛНР и ДНР. Сам пост довольно длинный, я не буду цитировать его полностью, я процитирую только два абзаца. Сейчас очень многое поменялось. Украина обнаглела настолько, что игру в реальные поддавки, эти уступки по газу, по другим направлениям она воспринимает как слабость и садится на голову. Теперь она нас поддавливает и военным, и политическим способом. На фронте невиданное за последние годы обострение. Выпустить по одной позиции 50 мин стало нормой. В этом полусдохшем Присуркове Минске наблюдается оживление. Украина хайпует и набирает очки. Они умудрились приволочь в Минск наших беглецов и заявить, что вот именно они должны вещать от имени Донбасса, а не Никанорова, у которой российский паспорт, и выложили на стол его ксерокопию. Мы куда идем? Если прошлое положение дел я называл бегом по кругу, то теперь, очевидно, мы побежали по спирали, нарезая круги. Мы постепенно сползаем вниз. Что дальше выкинет Украина? Когда-то мы поставили раком Порошенко и заставили его подписать эти дерьмовые Минские соглашения, которые стали для нас и Библией, и пищей на последние 6 лет. Теперь ставят раком нас. И это та самая Украина, которая на ладан дышит и вот-вот схлопнется? Ничего удивительного в том, что пишет Ходаковский, нет. Россия действительно многократно сильнее нас в военном плане, поэтому все, что ей остается, это грозить насилием, грозить войной, грозить возобновлением каких-то горячих военных действий. Других инструментов у нее нет. Но как только мы переносим противостояние с Россией в какие-то цивилизованные рамки, в которых там присутствуют международные партнеры, наблюдатели, то сразу становится очевидно, что правота Украины непоколебима, что правда исключительно на нашей стороне, и этот факт признает все мировое сообщество. Поэтому ничего нет удивительного в том, что на дипломатическом фронте Украина, как выражается Ходаковский, ставит Россию и ее марионеток раком. Точно так же нет ничего удивительного, как в том, что, я не знаю, там любой адекватный, нормальный, разумный человек в цивилизованном разговоре поставит раком, фигурально выражаясь, какого-то там дегенерата-гопника из подворотни. Потому что гопник, он может только действовать из-под тишка, где-то там пырнуть ножом, когда никто не видит. Но как только его ставят в цивилизованные рамки, гопник начинает блеять, он не может связать трех слов и терпит сокрушительный позор. Именно это и происходит с государством-гопником, которое называется Российская Федерация. Но, конечно же, есть и хороший момент в этих угрозах, потому что мы видим, и я думаю, что для всех стало очевидно сейчас, от кого исходит инициатива по возобновлению вот этой горячей фазы войны. То есть не Зеленский сейчас грозит дойти до Донецка, захватить Луганск, там Краснодон и так далее. Нет, именно сейчас российские марионетки выступают с такими угрозами и рассказывают, что мы возобновим войну, мы пойдем, мы сдвинем фронт. То есть становится понятно, кто агрессор, кому выгодна война, кому выгодны убийства, в том числе гибель мирных жителей, которые неизбежно гибнут при возобновлении горячей фазы войны. И, конечно же, это прекрасный повод для Украины, я надеюсь, что это будет, заявить сейчас снова, обратить внимание всего международного сообщества на то, что происходит. То есть посмотрите, и все для вас станет очевидным. Кто инициатор этой войны, кто сейчас, кому выгодна агрессия. И, конечно, это повод, как, на мой взгляд, вводить против Российской Федерации новые санкции. Она, я думаю, это заслужила, в том числе вот этими угрозами. Обязательно этим видео поделитесь. Особенно важно, чтобы оно дошло для людей, которые проживают на той стороне линии фронта. Понятное дело, что им там не показывают объективные картины, их вот эта вот вся пропаганда просто-напросто там накрывает. И очень важно, чтобы они понимали, да, вот это, сартикулировать этот момент, от кого исходит вот эта инициатива продолжения горячей фазы войны, возобновления боев, наступлений и так далее. Эта инициатива точно не украинской стороны, вы видите, кто эту инициативу озвучит. Поэтому делитесь видео, распространяйте его. Мной, как главой Донецкой Народной Республики, принято решение повысить боевую готовность подразделений Народной Милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения. Согласно указу Верховного Главнокомандующего Донецкой Народной Республики,
Подразделения народной милиции Донецкой Народной Республики приведены в высшие степени боевой готовности. Личный состав отозван из отпусков и командировок. Вооружение, боевая техника переведена в боевое состояние. Каким образом решались вопросы в бурные 90-е годы? Генерал Лебедь, командующий 14-й армией, предупредил молдавскую сторону во время Приднестровского конфликта, что если будет опять обстрел, убийство и нападение, то он ответит. И он ответил. Если Зеленский заявляет, что он не контролирует армию, то это не делает чести Зеленскому. Делает. Потому что что он тогда контролирует? И какой он тогда верховный главнокомандующий? И зачем он тогда на вчерашней пресс-конференции заявил, я вам сейчас тоже процитирую, я вам гарантирую, что со стороны Украины ни разу не открывался огонь первым. Мы реагировали исключительно на обстрелы боевиков. Это сказал человек, который... контролирует ситуацию не на Донбассе? Ситуацию. Или не контролирует, он не контролирует ситуацию на Донбассе? Не контролирует. Значит, он врет на пресс-конференции? Мой политический опыт уже говорит, что он не знает, не может, у него не хватает воли. Три палатки перед администрацией президента, извините, перед офисом президента, сейчас это так называется, готовы радикально изменить его позицию, которую он еще высказывал буквально пару часов назад. С одной стороны, Зеленский трус, потому что боится три палатки, а с другой стороны, человек глубоко некомпетентный. Потому что если чего-то и хочет, то этого не может. Такой мы делаем вывод. Зачем тогда Украине такой президент? Зачем вы его выбирали? Вопрос риторический. Или объясните, по какой такой причине год был у Зеленского, а он не успел, не смог, не захотел, испугался или неправильно понял, что народ требует посадок. В частности, почему он не посадил Петра Порошенко, коль скоро опять-таки обещал во время своей предвыборной кампании. Здесь что пошло не так? Вы знаете, как заканчивались многие мои выступления с трибуны Верховной Рады? Вы можете это посмотреть. Фраза обращением к президенту и генеральным прокурорам, что Порошенко еще среди нас, в кресле народных депутатов Украины. Тут ситуация такая. Или за это ответит Порошенко, или Зеленский ответит за то, что не ответил Порошенко.